Любители тихой охоты, к сожалению, не всегда внимательны к своему здоровью. Зачастую именно халатность приводит к необратимым последствиям. Поход за грибами без головного убора, тонкая неплотная одежда могут оставить плохие воспоминания о последнем походе в лес. Многие люди на укусы клещей не обращают никакого внимания. Между тем, любой из них может обернуться для человека летальным исходом. Зацепившись за одежду, клещ присасывается не сразу, а около 2 часов он путешествует по одежде, забирается на тело человека, отыскивает наиболее удобное для его места, там, где клеща не побеспокоит, там, где более нежная кожа, там, где больше кровеносных сосудов, присасывается и находится на теле человека до тех пор, пока досыта не напьется крови. Взрослому клещу крови нужно больше, маленькой личиночке или нимфе крови нужно меньше, поэтому укусы клещами могут пройти незамеченными. Клещевой энцефалит или боррелиоз – две самые распространенные болезни, переносимые клещами в нашей стране. Далеко не каждый кровосос является переносчиком арбовирусных инфекций, а значит и не каждый укус влечет за собой болезнь. Однако, чтобы уберечь себя от неприятных неожиданностей, врачи советуют соблюдать некоторые меры предосторожности. Для того, чтобы защититься от клещей, нужно соответствующим образом одеваться, отправляясь в лес. И осенью в холодную, в прохладную погоду сделать это достаточно легко. Это рубашка, куртка с манжетами. Это брюки, заправленные в сапоги или в носки, желательно тоже с манжетами. Это обязательно головной убор на голове, лучше всего капюшон. Человеку, пострадавшему от укуса клеща, необходимо обратиться за медицинской помощью в территориальную поликлинику по месту жительства для удаления клеща и доставки его на исследование, а также для организации медицинского наблюдения с целью своевременной постановки диагноза клещевой инфекции и решения вопроса о назначении профилактического лечения. Помните, ваше здоровье в ваших руках.